два вазона. Да. Вот этот и еще один, который... Да, мы отдали бабушке. Вы отдали бабушке. Да. Вот этом вот вазоне было три цветочка. Один вы посадили сюда. Да. Второй поломался. Да. Уба? Мы его высадили. А какой вы высадили на улице? Третий. Третий отсюда. Ну, он поломанный. Как же вы его высадили? Ну, высадили поломанный. Без корня? С корнем. Нет, у него бутон отломался. А, то есть бутона нет? Да. А, просто бутончик? Да. То есть остался стебелек и корень, да? Но он не вырастет, наверное. Ну, смешно. Еще один. Ну, понятно. Все, теперь все понятно. То есть было, ты понял, да? Не заметила, что было можно стакать? Я заметила уже, я поняла. Просто вы зашли с двумя вазонами. Да. И говорите, еще третью бабушке. Я говорю, ну пусть будет у бабушки третий. Два вазона, в котором было по три штуки тюльпана. Два вазона. И я смотрю, тут остался один. Надо тут. Куда же дели четыре? Надо отсадить опять это. Оказывается, было всего лишь два вазона. И один из которых вы отдали бабушке, а другой рассадили сами. Все теперь понятно. И тебе получается еще все с цветами. Довольны? Ну мы правильно сделали, что рассадили? Не, ну конечно. Папа хотел вообще выбросить. Нет, выбрасывать нельзя. Во! Не погибать же цветочка. В этом да. Плохо, что, конечно, это получилось в то воскресенье, когда надо другим заниматься. Поэтому и тюльпанчик поломался. Пашуня. Так, опять гипи. На колени. Замаливать. Так, это мамины цветы. Нельзя. Большой. Всем спасибо за цветы. Но эпопея с тюльпаном была не просто так. Мама. Если бы с утра раньше пошли, я думаю, было все нормально. Я думала скотчем прикрепить какой-то бутон оторвать. Если бы пошли рано утром, ничего бы не поломалось. Потому что это тоже дело, оно немножко вас нарушило.